Всем привет! Добро пожаловать в большой тропический лес Амазонии. Для бразильцев анаконда – легендарное животное. Для других же, жителей этой планеты, она ассоциируется с фильмами ужасов. Это чудовище чувствует себя превосходно и на земле, и на воде. Многие ее считают королевой джунглей. Это гигантская змея анаконда. Она убивает за 3 минуты. Ею движет инстинкт. Она нападает на любое теплокровное млекопитающее, если будет уверена, что с ним справится. Она не делает различий между людьми и животными. Она охотится на суше и в воде. Она терпеливо ждет появления пищи. Она может преодолевать большие расстояния по воде и по суше. Местные жители всегда знают, что надо быть настороже. А вот приезжие часто забывают об опасности. Тысячи туристов, приезжающих сюда, а также строителей, не подозревают о присутствии этого монстра. Весом до 135 килограммов и длиной до 6 метров. Анаконда убивает весьма изобретательно, путем удушения. Таким образом, она может убивать даже крупных животных, поэтому она питается один раз в несколько месяцев. Первый бросок является самым решающим. Чтобы убить жертву, захват должен быть железным. Весь секрет в зубах. В челюстях анаконды 6 рядов зубов, и все они используются для захвата жертвы. Зубы длинные, изогнутые, и если она схватит, вам не вырваться. Анаконда сжимает жертву и готовится к следующей фазе. Она впивается в вас и сразу же пытается обвить вокруг своими кольцами. Если анаконда скует вас по рукам и ногам, то вам уже не выбраться. Мускулы анаконды обладают силой строительных тисков. Когда вы пытаетесь сделать вдох, анаконда вас сжимает все сильнее и сильнее. Она может сломать ребра, раздавить легкие. А когда в ваш мозг перестает поступать воздух, ваши органы отказывают. Сопротивляться бесполезно. Анаконда очень чувствительна, и пока она не почувствует, что ваша грудная клетка перестала двигаться, она вас не отпустит. Смерть наступает в течение 3 минут. Потом происходит еще более нечто шокирующее. Анаконда собирается проглотить всю жертву за один раз. Челюсти змеи широко раскрываются, образуя гигантский туннель, ведущий прямо в ее желудок. Это может занять больше часа. Мышцы наползают на жертву сантиметр за сантиметром. Если анаконда будет торопиться, то ее может разорвать. А на то, чтобы переварить все кости, у нее может уйти недели или даже месяцы. И она не может передвигаться в это время, в зависимости от того, какую жертву она захватила. Бразильская анаконда – искусный и сильный охотник. Это по-настоящему сильный противник. Друзья, спасибо вам за просмотр. Если вам понравилось видео, подписывайтесь, лайкайте. Ждем вас на канале снова. И не забудьте посмотреть наше предыдущее видео. До новых встреч!